Так что мы сыграли очень тяжелую игру с Нижегородской областью. Мы надеялись победить, и мы победили. Да. У нас были проблемы в защите, но мы как бы собрались, и все у нас получилось. Лучшими игроками в этом матче, по-моему, был мой лучший друг Егор и я. Парни из другой команды тоже очень хорошо играли, особенно мне понравился первый номер, номер 9. Завтра у нас последняя игра в группе, надеемся, мы выиграем и выйдем в полуфинал.